Иностранные банки готовы вложить свои инвестиции в развитие украинской экономики, но при условии прозрачных и законных взаимоотношений. Об этом сегодня рассуждали эксперты. Зарубежные партнеры требуют провести реформу. И как только эта вот так называемая реформа произойдет, то поверьте мне, деньги сюда пойдут, потому что рентабельность сегодня в Европе значительно ниже, чем она была бы в Украине. А деньги не пахнут, и капиталист все равно куда их вложить. Но главное вложить так, чтобы он мог их забрать и еще заработать. Специалисты обсудили и рост курса доллара. Эксперты считают, что правительство обязано разработать четкую программу выхода из данной ситуации. Ну хорошо, застабилизируемый курс национальной валюты на том или ином уровне. А что дальше? Насколько мы его можем стабилизировать? На неделю, на две, на три, на месяц, на полгода? А что дальше? Есть ли программа какая-то у правительства? Ее не было и нет.